я уверена, что тот человек, который ушел из этой жизни сейчас, он оставил очень большой след в вашем сердце. И это семена, которые посеяны в вашем сердце. И лучшее, что вы можете сделать для этого человека, потому что любовь никогда не перестает. Ваша любовь, она будет расти. Могу это по себе сказать. Так вот, если те семена, которые вас посеял этот человек, вы ему скажите: я обязательно их разовью и сделаю что-то в твою честь. И вот когда вы будете развивать вот эти качества, это дело, которое этот человек развивал, его какие-то помыслы, что-то благородное какое-то, то обязательно вы будете чувствовать связь. Потому что час пришел, этому человеку нужно идти дальше. И нам важно уважать это. И пусть у вас будет светлая грусть, но пусть любовь победит. А любовь – это созидающее чувство.